Приветствую вас. Вопрос свой вы не дописали, но уже исходя из того, что имеется, можно сделать некие предположения. Во-первых, пожалуй, давайте начнем вот с чего. Значит, первое предположение заключается в том, что ну даже, знаете, как скажем, не предположение, это было бы неправильно. Мы скажем с вами, значит, вывод, который можно сделать, исходя из того, что вы написали. Значит, что-то заключается в следующем. Скорее всего, вы себя сами не принимаете таким, какой вы есть. То есть у вас нет окончательного и полного принятия себя. Возможно, вы стесняетесь, возможно, вы боитесь осуждения. Возможно, есть что-то еще, о чем вы здесь не написали, но, тем не менее, это очень важно, чтобы вы обозначили проблему. То, что у вас ориентация такого плана, да, ничего страшного нет. Совершенно нормально, в этом нет ничего дурного, ничего плохого и так далее. То, что вы говорите по поводу того, что уже было, тоже замечательно. Главное, чтобы нравилось вам. Главное, чтобы вы сами этого хотели. Главное, чтобы вы действовали так, как вам хочется, так, как вы чувствуете, что это прямо ваше. И вот тогда проблем у вас никаких не будет. Любые сомнения, любые страхи и так далее, все это, по сути дела, не более чем, знаете, такой стереотип поведения, я бы сказал так. И тогда несложно сделать вывод о том, что вам просто нужно принять себя. Ведь если бы что-то было по-другому, если бы вы по-другому себя ощущали, по-другому себя чувствовали, ну, определенно, и, скорее всего, вы не были бы счастливым человеком. Вы чувствовали бы, что жизнь проходит там, я не знаю, мимо вас, например, или что-то вроде того, раз вы этого для себя не хотите, а вы этого, скорее всего, для себя не хотите, то нужно как раз-таки и идти по тому пути, который вас целиком и полностью бы устраивал. Вот это и является вашей основной задачей, на которой вам нужно сейчас сконцентрироваться. К вам будет такая просьба, значит, что если вы дополните свой вопрос новой информацией, а дополнить вам его нужно, потому что не очень понятно, что вы хотели получить именно от психологов. Если дополните, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что это сделали, я прочитаю и так же вам дополню. Если появились вопросы ко мне, пишите мне в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!